Многофункциональная площадка, спортивные тренажеры и отличное освещение. Накануне завершилось благоустройство одной из территорий Ангарского округа. В парке за Дворцом культуры «Современник» оборудовали общественное пространство для занятий спортом. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Это женская команда по баскетболу. Они тренируются во Дворце творчества детей и молодежи. За плечами у девочек много побед. Все благодаря упорным тренировкам. А теперь заниматься любимым делом они смогут не только в своем зале. Новая многофункциональная площадка за Дворцом культуры «Современник» готова принимать спортсменов в любое время. Здесь высокие кольца, это хорошо, потому что на некоторых площадках кольца нестандартные, и это неудобно. Вот. Здесь можно помимо учебы еще, например, вот я учусь, я могу после учебы помимо тренировок прийти с друзьями, поиграть в баскетбол. Вот, поэтому мне очень понравилось, что решили сделать такую площадку. Выступления творческих коллективов, показательные соревнования и поздравления от первых лиц города. Так прошло праздничное открытие спортивной площадки в парке «Современник». Здесь оборудовали многофункциональное поле с резиновым покрытием для волейбола, футбола и баскетбола. Установили тренажеры, благоустроили парковку и сделали хорошее освещение. Стоимость работ – почти 4 миллиона рублей. Ребят, я хочу вам пожелать, чтобы эта площадка не пустовала. Развивайтесь, добивайтесь результатов. Спорт – это, в общем, наверное, та неотъемлемая часть, которая должна у человека присутствовать в его жизни. Это умение достигать цели, умение добиваться результата, умение терпеть, умение преодолевать. И все это воспитывает именно спорт. В будущем здесь планируют проводить любительские соревнования. Для жителей ближайших дворов это место имеет особую ценность. На этом месте всегда была спортивная площадка, на которой жители близлежащих кварталов играли в футбол. Но это была просто лесная полянка, вытоптанная всегда, пыльная, грязная, но всегда востребованная. Сегодня здесь мы имеем современную многофункциональную спортивную площадку. Новое общественное пространство создано в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство этой площадки проголосовали почти 3000 человек. Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время.